Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня я готовлю запеченный картофель с овощами в рукаве. Для этого мне понадобится у меня 900 грамм картофеля. Нарезаю кубиком. Весь картофель складываю в миску. Двести грамм шампиньонов также нарезаю крупными кусочками. И 300 грамм куриной грудки. Тоже нарезала кубиками. Вы можете не брать мясо, просто сделать картофель с овощами. Все смешиваем. Картофель, курицу, грибы. И здесь у меня 400 грамм смеси овощей мексиканской. Там морковь, лук, горошек, кукуруза, фасоль. Добавляю 2 столовых ложки растительного масла, 2 чайных ложечки специй к картофелю, половинку чайной ложечки сушеного чеснока. Вы можете брать все специи по своему вкусу. Вы также можете взять не смесь овощей, как у меня, а взять морковь, лук и овощи, которые у вас есть. Все это порезать и добавить, и все перемешать. Тоже будет очень вкусно. Я сейчас все перемешиваю, чтобы все смешалось со специями. Для экономии посуды, чтобы ее потом стоять, не мыть, вы можете сразу резать овощи и все складывать в рукав, потом добавить специи ваши любимые, масло растительное и перемешать это все в рукаве. Так вы меньше проведете времени на кухне, а ваше блюдо будет все так же вкусно. Все хорошо укладываю в рукав. Рукав наш завязываю, выпекать буду в духовке при 180 градусах 40 минут. Картофель стараюсь уложить, чтобы это был ровный слой, чтобы это все равномерно пропеклось. Завязываю рукав, прячу хвостик, делаю несколько проколов в рукаве и отправляю наш картофель в духовку. Через 40 минут достаю наш картофель, разрезаю рукав, разрезайте аккуратно, выходит горячий пар, чтобы не обжечься. Какой он ароматный, как пахнет, картофель нежный, смотрите, сочный. Все очень вкусно пахнет, надеюсь, вашим близким это блюдо понравится так же, как нравится и моим. Всем приятного аппетита! Боже, запах потрясающий! Я надеюсь, вам понравится. Перед подачей картофель можно украсить зеленью или добавить овощной салат. Это, смотрите, уже на вашем усмотрении. Я посыпала зеленью. Зелень у меня замороженная. Это укроп с петрушкой. Смотрите, как ярко получается. Всем приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии.